Телеканал КРТ представляє. У нас 1 червня ввели відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. І от які будуть наслідки з вашої точки зору у цих дій? Я не хочу ее критиковать, потому что я сам считаю, что это надо. Потому что если взять цифры совершенных умышленных убийств в Украине и цифры погибших от дорожно-транспортных происшествий, то они, эти ДТП со смертельным исходом, как их называют, они в два раза больше. То есть война на дорогах, смертность от дорожно-транспортных происшествий в два раза больше, чем от умышленных убийств, от умышленных преступлений на этой почве. Поэтому это надо. А кроме того, мы знаем, что основная причина совершения транспортных происшествий, дорожно-транспортных происшествий, это первое – превышение скорости, второе – это управление в нетрезвом состоянии. Это два таких, по-моему, основных постулата, которые не требуют там особо таких исследований. Угу. Естественно, что каким-то образом люди должны понимать, водители, их сообщество, что контроль есть, что за это будут наказывать. Поэтому в последнее время мы видим, подход изменился. Это повышение штрафа. Вот. Раньше даже было привлечение к уголовной ответственности, если второй раз в течение года человек совершил за рулем, даже управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Естественно, что мы к этому пришли. Кроме того, еще функционирование этой системы видеофиксации административных правонарушений, еще Кабмин принял постановление 10 ноября 2017 года. Вот. Разные были причины, почему увели, не увели это. Но я считаю, что правильно делали, что не спешили вводить. Почему? Потому что необходимо все подготовить. Для того, чтобы привлекать к ответственности, это необходимо, чтобы была бы надлежащая фиксация, вот, реагирование соответствующее, и чтобы те, в отношении кого эти меры будут приняты, они реально понимали, что это все объективно. Чтобы это не вызывало в обществе какого-то отвержения, неприятия, будем так говорить. Но откладывали, мы видим, что должны были с 1 мая, там, или с 1 апреля, теперь с 1 мая, с 1 июня ввели видеофиксацию, все это работает. Но есть такие моменты. Мы знаем из тех разъяснений, из тех документов, которые, не буду их перечислять, в общем доступе есть, что привлекается или протокол, выписывается, составляется и выписывается постановление привлечения к ответственности собственника транспортного средства. Угу. Ну, не знаю, какая доля, там, часть какая, вернее, 50%, 10% пусть будет, управляет транспортным средством не собственники. Но приходит, разъяснили, что если не собственник, то он имеет право в течение такого-то времени, кроме того, если он дал кому-то машину, то он в кабинете водителя личного там вносит заранее данные о том, что за рулем ездит его машины, угу. Там едет такой Иванов или там второй, третий человек. Все это как бы ставит тогда все на место, приходит постановление, составленное уже тогда на Иванова, который реально управляет транспортным средством, он платит штраф, там, если до 10 дней, там 50% и так далее, все эти градации. Но человека ставят все-таки в зависимость от того, что он должен доказывать, что не он. Но не каждый может зайти, гражданин, имеющий машину, в личный кабинет, во-первых, что он знает, как это сделать, потому что все равно нужна какая-то специальная подготовка, а второе – наличие этих гаджетов. И если говорить о том, что, ну, как разъяснили в пресс-релизе МВД недавно, что есть статья 13 Конституции Украины, в которой сказано о том, что собственность обязывает, есть такой постулат, и они трактуют его по-своему, что собственность обязывает отвечать собственнику, взяв все то, что причинено, ну, там, источником повышенной опасности в данном случае. Но в данном случае в Гражданском кодексе там указано, что цивильно-правовую ответственность за источник повышенной опасности несет собственник. Да, в этом случае да. Это гражданско-правовая ответственность. Но мы идем речь об административной ответственности. И давайте возьмем другой случай. Но в данном случае, вот если даже продолжим этот ряд. Я, готовясь к передаче, выяснил, а как же в Германии? Но там приходит фотография, из которой видно, кто за рулем был. Лица, которые рядом, они все штрихуются. Фотография приходит,
но тоже глаза закрыты, но оригинал в полиции находится, в системе самой находится, где можно идентифицировать, кто был за рулем. Поэтому собственник потом просто, он там приходит и уведомление первое, что вы нарушили то-то, обязаны уплатить, но если за рулем были не вы, то сообщите и так далее. И человек уже, если он не собственник, был за рулем, а в кабинет там сведения не внес, и даже ему не надо вносить его, там не обязывает, то он просто знает, что ему надо сообщить, кто был за рулем, а там есть фотография того, кто был за рулем, то если он сообщит не ту фамилию, кто был за рулем, вот тогда у него уже за сообщение, недостоверной информации, он, вот тогда он несет еще более серьезную ответственность, там вплоть до уголовной ответственности. Що він сообщив недостовірні свідчення. Тобто, якщо я правильно розумію, за кордоном зробили так, що презумпція невинуватості вона не порушується. А в нас в Україні все ж таки є порушення презумпції невиновності, людина доказувати повинна, що це не вона і таке інше. Но Конституційний суд в 2010 году вже розглядав этот вопрос, і він признав неконституційними норми статті 141, 258 адміністративного кодексу, де указал, что эти нормы являются неконституционными, и сказал о том, что индивидуально должна быть ответственность, индивидуализация ответственности должна быть и по такого рода нарушениям. И не может быть, что человек, который просто оставил машину, ну, если там преступник угнал, это вопрос такой, что там докажется, что не был за рулем, там, ну, но все равно он не должен доказывать. И государство, тот, кто обвиняет в данном случае и в вопросах административной ответственности, должны доказывать, что он был за рулем. Но если он обязан сообщить, то он обязан сообщить, пусть сообщает. Но дело в том, что я считаю, что все равно это надо делать. Само видеофиксацию, ее делать надо. Но подход должен быть чуть-чуть другой. Доработать ее надо.